важно, когда мы приходим в Дом Божий, чтобы наше сердце было открыто. Я думаю, старшее поколение помнит, как в свое время, это середина 80-х годов, на экраны нашей страны вышел фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Помните? Это фильм стал определенным событием в жизни страны. О нем много говорили, много обсуждали. Я помню, даже у нас в школе, я тогда учился в школе, на уроках литературы говорили об этом фильме, дискутировали и спорили. Для более молодых прихожан я хочу вкратце сказать, что фильм об одном главе города, его звали Варлам, и вот этот Варлам пожилой уже умирает, его с почестями хоронят, а на следующий день обнаружили, что кто-то вырыл его тело из могилы и приволок к дому его сына, который уже тоже солидный, взрослый сын Варлама. Шум, скандал, но снова хоронят Варлама, и повторяется то же самое. Тело выкапывают и снова притаскивают к дому его сына. Тогда решили устроить засаду около могилы, и в этой засаде участвовал внук этого Варлама, который схватил злоумышленника, который выкапывал тело его деда, даже как-то его ранил. И с удивлением обнаружили, когда убрали одежду, капюшон, что это была женщина. Вот. И в этом фильме было показано, как эту женщину судят. И она рассказывает, почему она это делала. Оказывается, что когда она была маленькой, еще 8-летней, этот Варлам сначала арестовал ее отца, художника, по сфальсифицированному доносу. Потом также посадили ее мать. И вот она с детства оказалась сиротой, без родителей, оказалась несчастной. И там на этом суде вскрылись очень многие злодеяния, которые этот Варлам сделал в своей жизни. И дошло до того, что в конце фильма вот этот внук, который вначале был в негодовании, что так поступают с его умершим дедом, в конце фильма он совершает самоубийство, узнав вообще все то, что совершил его дед. Вот. И после всего этого сын Варлама, отец этого умершего внука, взял и уже сам выкопал труп своего отца и сбросил со скалы. И в конце этого фильма есть очень запоминающаяся яркая сцена, где вот эта женщина, девушка, которая в свое время была девочкой, да, и у которой погибли родители, вот она уже стала взрослой женщиной, и вот она встречается с бабушкой. И я хочу, чтобы вы посмотрели одну минуту финальную сцену фильма «Абуладзе. Покаяние». Скажите, эта дорога приведет к храму? Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму? Фильм называется «Покаяние», потому что там ставится такой вопрос, возможно ли изменить жизнь целого общества, возможно ли построить светлое будущее, если не будет покаяния за прошлое, за то, что было совершено. Тогда об этом много спорили, много об этом говорили. И мне кажется, что вот за три десятка лет, которые прошли, уже 35 лет в этом году, с момента, когда был снят этот фильм,
вся, наверное, история нашей страны показывает, что, наверное, без покаяния построить что-то новое, светлое невозможно. И вот этот вопрос, который в конце звучит, и о нем, я помню, в середине 80-х годов много говорили, какая дорога ведет к храму, как найти дорогу, ведущую к храму, вот чтобы вот встать на нее и прийти к храму. Искали дорогу, думали, какая это дорога. И вот прошло 30 лет, и я вдруг понимаю, что главный-то вопрос должен был стоять несколько иначе. Не какая дорога, хотя это тоже важно, но что такое вообще храм? Куда мы хотим попасть? Потому что если ты не понимаешь цель, к которой ты идешь, как ты можешь найти правильный путь? Как знаете, в одной поговорке говорится, если корабль не знает, куда плыть, то ни один ветер ему не будет попутный. Что вообще такое храм? Зачем он нужен? Да? Что из себя представляет? Я думаю, если мы в нашей стране как бы произносим слово «храм», какие у вас в голове рождаются картинки? А? Вот храм, что ты представляешь? Я думаю, что вот, можно показать картинку. Вот. Что-то типа такого, да? Вот когда думаем про храм, вот у нас вот такое, что-то такое светлое сооружение с башнями, там, с куполами золотыми. Вот что такое храм. Возникает вопрос, а почему мы решили так? Почему мы куда-то идем и сами спорим о том, как дойти, но не очень хорошо понимаем, а куда, в принципе, мы хотим прийти? Если у нас даже о храме есть очень какие-то своеобразные впечатления, странные. Я хочу вам сегодня прочитать несколько мест из Евангелия от Матфея. Я как-то вот в последнее время перечитывал это Евангелие и хочу поделиться с вами некоторыми вещами, которые Бог мне показал. Давайте откроем сначала 21 главу этого Евангелия. Знаменитая история, когда Сын Божий Иисус Христос приходит в храм. Вот смотрите, 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали ее вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Вы знаете, если в фильме ставится такой вопрос, зачем дорога, которая не ведет к храму, то в этом месте Писания уже Библия нам ставит другой вопрос. Зачем храм, наполненный торговлей, продающими и покупающими? Зачем такой храм нужен? Мы знаем, что вообще само понятие «храм», оно к нам пришло из Ветхого Завета. В свое время, когда Моисей был на горе, Бог показал ему в видении скинию. Эта скиния была из внешнего двора, в ней была сама палатка. В палатке было вначале святилище, где был золотой семисвечник, был стол с хлебами предложения, была семисвечник, стол с хлебами предложения был, да? И дальше была завеса. Из-за завесы было святое святых, где был ковчег, и там именно Бог открывался своему народу. То есть в скинии все было построено для того, чтобы люди приходили к Богу. И вообще сам смысл скинии – это единение Бога с человеком. Ну, конечно, в Ветхом Завете во святое святых мог только входить раз в год первосвященник, да, с кровью жертвенных животных. После, когда народ израильский обосновался в Ханаане, то вместо скинии они уже построили храм. Да? Можно тоже показать
картинку, да, вот так выглядел примерно храм, тоже мы видим и внешний двор, конечно, здесь было все более вычурно, чем в Скинии, но принцип был точно такой же. Внешний двор, где там был жертвенник, была умывальница медная, потом святилище внутри, где тоже был семисвечник, тоже стол с хлебами предложения был, и дальше святилище, святое святых, где был золотой ковчег Завета. И вот смотрите, в этот храм пришел Иисус. Казалось бы, этот храм построен не просто по желанию людей. Это не просто работа там архитекторов, строителей, рабочих. Это то, что Бог показал своему народу. Бог сказал, чтобы этот храм был. Но когда Сын Божий пришел, мы видим, что там оказалось. Да, стены были, все было прекрасно, все было вроде бы внешне так чудесно, но в то же самое время Иисус показал, что вы превратили его в место торговли. Это не место молитвы. Это не место, где человек встречается с Господом. Это может быть бизнес, это место, где кто-то, может быть, делает карьеру. Но для Бога это уже потеряло всяческую ценность. Смотрите дальше. 23 глава Евангелия от Матфея. Глава, посвященная фарисеям. Я думаю, ни с кем Иисус так строго не разговаривал, как с книжниками и фарисеями, то есть религиозными людьми, которые вроде бы читали Священное Писание, совершали служение. Но, смотрите, первый стих 23 главы, тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Современное христианство больше сконцентрировано на учениях. Мы все пытаемся выискать, вот кто не так верит, а вот как ты, брат, веришь, а я вот там чуть-чуть не так верю. И из-за этого куча разных конфессий, куча разных деноминаций. Мы видим, Иисус, он больше ставит акцент не на том, кто там что учит, а на том, кто как живет, потому что, наверное, это очень важно. Можно иметь самое правильное учение, быть в самой благословенной церкви, но при этом не жить так. И ты превращаешься автоматически в фарисея, потому что Иисус говорил: берегите закваски фарисейской. Смотрите дальше, 5 стих. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Хайп возник не сегодня. Еще в то время были те, кто любили похайповать, любили попиариться, в том числе религиозные люди. «С тем, чтобы видели их люди». Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежд своих. Ну, чтобы понятно было, кто тут Господа любит, а кто тут не любит. Прям по внешнему виду сразу отличить можно было бы. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель-учитель. 13 стих. «Горе вам!» Смотрите, что этим людям говорит Иисус. Я вам напоминаю, Иисус обращается к людям, которых в Израиле считали наиболее богобоязненными, наиболее смиренными, наиболее духовными, наиболее богоприближенными. Вот к кому обращается Иисус. Неудивительно, что эти люди так на него злились. Смотрите. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите». И хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Мы видим, что да, за этим красивым фасадом долгие молитвы, красивые там одежды, служение, да? Поедаете дома вдов, да? То есть мы видим, неправда, беззаконие.
пренебрежение людьми. 25 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам». Видите, какие эпитеты он тут приводит? Которые кажутся снаружи, да? Снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. И вот смотрите, очень интересно, вот 37 стих, он уже завершает свою речь, и он буквально плачет о Иерусалиме. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляю дом ваш пуст». И вот посмотрите, здесь очень, очень интересно, да? Иисус показывает, что цель храма – это когда Господь объединяет птенцов своих под своими крыльями. Люди объединяются в служении Господу, люди объединяются в божественной любви. А когда этого нет, дом ваш пуст, сказал Господь. Зачем дорога, ведущая к храму? Здесь другой вопрос. А зачем храм, в котором пустота? Зачем? Интересно очень, я как-то во время проповеди говорил, что как раз в этот момент, что во святилище, во святом святых не было ковчега завета золотого. Как раз вот то место, где исходила слава Божья, оно было пустым. Я не знаю, что там делали священники или там, чем занимался первосвященник в Йом-Кипур в судный день. Но там ничего не было. В свое время пророк, чтобы язычники не осквернили храм, не захватили ковчег, спрятал его, и после не могли найти это место. Есть даже разные теории сегодня, где этот ковчег находится, но он до сих пор не найден. Так вот, во времена Христа святилище, да, святое святых было пустым. «Оставляю дом ваш пуст», сказал Господь Иисус. Дальше, смотрите, 24 глава, следующая глава Евангелия от Матфея, буквально первые стихи. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И мы знаем, что слова Христа исполнились. В 70-м году, после Рождества Христова, Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, камня на камне не осталось. И по сути, когда мы с вами читаем Новый Завет, мы читаем последнюю страницу истории этого Иерусалимского храма. Все, дом пуст, не останется здесь камня на камне, что и произошло. И возникает сразу вопрос. Получается, наш Господь оставил нас, христиан, без храма? Но, конечно же, Иисус кое-что еще сказал. Но для этого давайте откроем 4 главу Евангелия от Иоанна и прочитаем с 19 стиха, когда самарянка, женщина, да, общалась с ним, то она ему говорит, 19 стих: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей,
и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И мы видим, что с приходом Христа не просто поменялся храм. Раньше был иудейский храм, выстроенный там по специальным канонам. Теперь христианский храм, выстроенный уже как бы под другим каноном. Нет, не храм поменялся, сам принцип храма поменялся. Иисус говорит, что уже, да, есть люди, которые вот они знают, чему кланяются, другие не знают, чему кланяются. Ну, точно так же, как сегодня. Все как-то поклоняются, ну, там, кто-то понимает, кто-то не понимает. Одни говорят, нужно там вот на горе, другие там в том месте, третьи говорят, давайте на святую землю все ехать, там Бог лучше слышит. Среди христиан много таких шуточек про местные переговоры и междугородние, да, были. Вот. И вот, вот эти возникают вопросы, вот какое же место особенное, где же Господь слышит-то? Или как у нас говорят, намоленное такое место, уж такое намоленное, пришел в это намоленное место, и фух, все прямо, небеса сошли на тебя, да? Иисус показал, что место не имеет значения. На всяком месте. Апостол Павел писал, «Господня земля и все, что наполняет ее». Мы можем на всяком месте собираться. Нет особо святых и не особо святых мест. Есть человек, есть состояние его сердца. И он показал, к чему мы должны стремиться, не каким-то внешним вещам, не каким-то внешним сооружениям, а люди всегда тянутся больше к внешнему служению. Лучше просто как бы прийти, что-то там послушать, там попеть, там, на что-то там полюбоваться и пойти домой. И как бы вот исполнил как бы свой религиозный долг. Так вот Иисус показал, что настоящее служение – это не просто какие-то обряды или какие-то ритуалы. Это когда ты внутри склоняешься пред Богом и соединяешься с Ним в духе и в истине. И это не просто там красивые слова. Это может стать реальностью нашей жизни. Потому что цель храма-то и была встреча человека и Господа. И апостол Павел продолжает вот именно то, что говорил Иисус. И смотрите, в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 16 стиха можно начать, да? Вот он спрашивает у христиан, разве вы не знаете? То есть смотрите, Павел говорил о чем-то, что было отлично известно первой церкви. Это было отлично известно первым христианам. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. А этот храм, Шейкмана 7, Селькоровская, 100, уже не помню эти номера, далеко, за сотню. Ибо храм Божий свят, а этот храм, он говорит, кто? Вы. Я помню, когда мы только переехали сюда, мы купили это здание, и у нас там появилась вывеска, видели, социально-духовный центр «Новая жизнь». И некоторые говорили, как, Виктор, надо, это что за название это такое? Надо как-то назвать. Но поймите, это не храм, это здание на Шейкмана 7. Ну давай напишем церковь, а это не церковь, это здание на Шейкмана 7. А церковь тогда где? Куда мы ее задевали? Куда мы ее спрятали? Церковь-то это мы. Поэтому, если хочешь сделать табличку, вот здесь себе сделай. И храм это кто? Разве не знаете? Разве не знаете? Ну, мы, конечно, знаем, ну, вот без ну, вот всякого. Нет другого новозаветнего храма. Это верующие люди. Мы с вами. Вот кто
является сегодня новозаветним храмом. И апостол Павел об этом писал и писал. Смотрите, во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, 16 стих, он снова задает вопрос верующим, какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Мы с вами теперь народ Божий, мы с вами храм, и нас лучше не касаться, потому что тот, кто коснется храм Божий, тот с Богом будет иметь дело, так пишет апостол Павел. Мы, мечта Господа исполнилась. Ведь Бог мечтал не о камнях, Бог мечтал не о строительных материалах. Неужели мы думаем, что мы можем как-то его впечатлить, там, иерусалимскими храмами, еще чем-то? Бог всегда мечтал о сердцах людей, потому что Он создал нас с вами по своему образу и подобию. И вся Библия, она показывает о разрыве этих отношений между Богом и человеком. И приход Христа, он и был совершен для того, чтобы соединить благодаря Голгофской жертве наше сердце и сердце нашего Небесного Отца, наш Дух и Дух Всемогущего Господа. И когда это происходит, когда мы тянемся к Нему, когда мы призываем Его святое имя, когда мы ищем Его лица, когда мы стоим и плачем здесь на коленях, тогда происходит удивительная вещь. Храм Божий сияет славой здесь. Но не обязательно даже сюда приезжать. На всяком месте. Я не так давно вечером сидел дома, и я помню, читал какой-то стих из Слова Божия, и такое присутствие пришло. Я просто, чтобы никого там не смущать, я просто одеваю наушники с прославлением. Я сижу в этих наушниках, и так было Божье присутствие. Я плакал, сидел, сижу и плачу. Сын мой маленький забегает в комнату. Он видит, сидит папа в наушниках, сидит пол, говорит, папа, кто тебя обидел? Никто. А чего плачешь? Да потому что храм здесь. Храм. Я не имею в виду, что мой дом храм. Может быть, было бы неплохо. Но, может быть, не в этой жизни. Но храм там, где Божье присутствие. Там, где сердце соединяется с Господом. Вот то, к чему надо стремиться. А если ты понимаешь это, то ты отлично понимаешь, и какая дорога ведет к этому храму. Потому что Библия говорит, что благодаря крови Иисуса Христа, благодаря Его жертве, мы идем с вами куда? Во святое святых небес. Вот она дорога. Какой путь? Да, где мы тут его найдем? Какой он тут? Католический, протестантский, православный? Какой путь? Путь – это Христос. Если кто-то опоздал, вначале Диана рассказывала, как мы вчера вечером с семьей возвращались домой на машине, и уже было поздно, и садилось солнце, и так красиво было, такие краски на небе были красивые. Мы едем, и наш сын шестилетний, он так залюбовался – Он говорит, папа, Бог там, где солнце. Я ему говорю, не, сын, Бог там, где сердце. Он говорит, в смысле? Я говорю, вот там внутри. Бог там, где сердце. К сожалению, намного проще поехать куда-нибудь на святую землю, или совершить паломничество еще куда-то, или поехать на христианскую конференцию там куда-нибудь в Москву или в другой город. Сейчас у нас модно, в Калифорнии все на конференцию ездят. Намного проще куда-то поехать, чем совершить вот это путешествие отсюда, отсюда. Самый долгий путь порой. Отсюда, отсюда.
Я иногда думаю, а почему, вот, почему часто вот какие-то храмы материальные часто строят какие-то, там бандиты строят. А потому что намного проще там вложить много денег и построить какое-нибудь сооружение. И надеяться, что как-то все нормально будет. Вместо того, чтобы совершить вот этот путь сюда. Потому что часто вот то, что здесь происходит, почему нам так не хочется сюда-то идти, а? Почему намного проще куда-то поехать на конференцию, на христианский семинар, чем вот просто у себя дома вот сюда сходить, в свое сердце, прийти? Почему? Да потому что бывает, мы столько всего в жизни наделали, столько в жизни наворотили, что нам прямо страшно сюда идти. Потому что как раз вот, чтобы сюда прийти, нужно то слово, с которого вот, которым назывался фильм Абуладзе. Покаяние. Чтобы что-то сделать, можно не каяться. Какие-то подвиги совершить, на крестовый поход отправиться. А зачем там покаяние? А вот чтобы сюда прийти, чем ближе ты подходишь сюда, тем больше твое сердце начинает тебя же самого обличать. Потому что во свете Божьего Царства ты видишь, что ты, бывает, творишь, что ты говоришь. И ты понимаешь, что отношения с Богом – это не какая-то игра, когда вот что-то, знаешь, вроде бы как-то сделал для Господа, или свечку поставил, или помолился, или там что-то совершил, и продолжаешь жить своей жизнью. Ты понимаешь, не-не-не, так не получится. Не получится так жить своей жизнью. Ты, конечно, можешь так делать, но ты просто обманываешь сам себя. Покаяние – это греческое слово метаноия, означает изменение. Когда ты приходишь, и в свете Царства Божьего ты видишь все свое несовершенство, все, что ты там наделал, натворил, наговорил, и ты понимаешь, что тебе нужно покаяние. Тебе нужно вот оставить эти страшные вещи, оставить эти непонятные слова. Тебе нужно просто раскаяться. И изменить свою жизнь. Поэтому у нас и называется община как? Новая жизнь. Это же ведь суть всего христианства. Если нету новой жизни, то и храма никакого быть не может. Можно много чего соорудить, можно много чего. Но без новой жизни и храма нет. Когда в нас есть новая жизнь, с новыми устремлениями, с новыми целями, с новыми чаяниями, с новой жаждой, тогда здесь незримо возникает храм. Потому что здесь Дух Божий. И Дух Божий наполняет нас. Дух Божий меняет нас. Дух Божий преобразует нас. И, к сожалению, вот такие храмы намного порой труднее строятся, чем здания. Потому что здание взял кирпич, положил кирпич, потом еще один поставил. А над сердцем сколько приходится работать, да? Я знаю, здесь верующие, которые часто много лет, и сколько мы порой работаем над своим сердцем, над своим характером. Правда же? И как многие цели мы ставим, и так медленно, к сожалению, их достигаем. Но я вам хочу сказать, драгоценные, нет другого пути. Люди все хотят попроще, полегче. То, что было во времена Христа, когда все внимание уделялось внешним вещам, как это все выглядит снаружи. Иисус говорит, это же гробы получаются очень красиво, а внутри-то что? И все Евангелие, оно нам указывает, что настоящая жизнь, она начинается там, внутри. Внутри тебя, в твоем сердце, в твоем духе. Встреча с Господом там совершается, внутри тебя. Там сегодня находится вот эта святая святых. Нам не нужно там искать ни в Иерусалимском храме. Там пусто все. Камня на камне не осталось. Конечно, по пророчествам он будет восстановлен, но нам не нужно уже искать какие-то земные больше святилища. Нам нужно идти во святое святых своего сердца, где происходят эти духовные переживания и встречи. И это так просто, и поэтому так сложно. Нам кажется, как вот как-то. Да.
А мы не привыкли встречаться своим сердцем. Мы не привыкли. Нам намного проще что-то для кого-то сделать. Для кого-то сделать. Как вы знаете, вот иногда я смотрю, там молодые пары из нашей церкви, когда вот в социальных сетях любят там фотографии какие-то выставлять. Вот. И у нас вот вчера было, мы с Дианой были на обновлении завета у Бутеровых 10 лет свадьбы. И вот у нас уже и свадьбы тут, как лето обычно пора свадеб, помолвок. И вот смотришь на фотографии христиан, да, как они вот там фотографируют себе, сидят вот с фотоаппаратом, вот, или так любят на видео красиво снять, как предложение кто-то кому-то сделал. Так все красиво. Я помню, когда мы с Дианой познакомились, и Бог наполнил наши сердца любовью друг к другу, у меня не было таких желаний продемонстрировать нашу любовь кому-то еще. Все, что я хотел сделать только для нее. И если она была рада, то все, джекпот. Значит, я все сделал правильно. Ты это делаешь только для одного человека, для того, которого ты любишь. Мне всегда странно, когда люди хотят как-то... Вот смотрите, как я красиво сделал ей предложение, а? Видели, да? Не как-нибудь, а вот так вот. И вот. А вот как вот мы сидим в кафе там или любят вот, только она и я вечером. Ну и еще там несколько тысяч подписчиков там вот следят за нами. Жизнь как витрина, жизнь на показ. Мы так привыкаем к такой жизни, что мы и верим в Господа точно так же. Ну вот приходим, да, вот и больше как бы друг перед другом. Святость друг перед другом. Как-то вот благочестие друг перед другом. И кажется, вот так все хорошо, со всеми хорошие отношения, все нормально. Но самое-то главное в церкви, это не просто там, знаешь, себя посмотреть, точнее, других посмотреть и себя показать. Самое-то главное, есть ли вот это внутреннее твое соединение с Ним. Потому что когда ты с Господом, все для Него. Тебе, понятно, уже не нужны какие-то там строения, какие-то красивые речи. Почему я так люблю в последнее время молиться молитвой тишины, молитвой молчания? Потому что я понимаю, вот просто хорошо с Ним. Что тут еще сказать? Что ты еще хочешь Ему объяснить тут? Он не понял что-то до сих пор. Ты Ему сейчас объяснишь в молитве и дойдет до Господа. Когда ты приходишь пред Ним и находишься в Его присутствии, и вот это ощущение, я думаю, многие понимают, о чем я говорю, в эти мгновения возникает внутри ощущение прекрасного храма. В этом храме может быть всего один человек, это ты. Но это храм, потому что здесь Господь. И Он наполняет твое сердце. Ведь разве ты не знаешь, что мы храм Божий, Дух Божий живет в нас. И поэтому, когда, я помню, в свое время, вот говорили, да, какая дорога ведет к храму, спорили об этом, потом восстанавливали храмы, а притом мы пришли к такому моменту, когда мы видим даже в жизни нашего города, когда уже огромное количество людей не хотят храмов здесь. Безбожники, богопротивцы. Нет. Потому что люди за 35 лет, с момента выхода фильма «Абуладзе», они уже насмотрелись на всевозможные храмы внешние, и они увидели, что мало что-то это меняет. Очарование, которое было 30 лет назад, сегодня сменилось разочарованием. Я, вы знаете, смотрю на молодежь. Я вспоминаю себя, когда я был в старших классах школы. Вспоминаю, как для нас вот все вот эти мракобесы, ретрограды, это были люди такие, знаете,
марксисты, коммунисты, атеисты. И среди молодежи было круто быть верующим. Я помню, приходил в школу, я верующий, там учителя так, как ты советский комсомолец, ты советский там, до этого пионер был, как ты веришь? А я верующим был, так этим гордился. Прошло 30 лет. Сейчас я смотрю, молодежь, современные студенты гордятся, что они атеисты. Слушают Невзорова и других, и для них все эти мракобесы, ретрограды, как для нас раньше были коммунисты-атеисты. Сегодня для них кто это? К сожалению, верующие стали. И это правда. И сегодня совсем по-другому приходится проповедовать, чем 30 лет назад. Возникает вопрос, а что, люди за эти 30 лет в Боге разочаровались? Нет. Они разочаровались в земных храмах. Они увидели, что часто земные храмы, земные строения мало что меняют. Но в нашей земле, дорогие, послушайте, до сих пор острый дефицит невидимых храмов, невидимых строений, где сердце людей соединяется с Господом. Потому что когда человек переживает Божью благодать, он никогда не сможет потом разочароваться. Понимаете? Когда ты переживаешь Бога, когда ты наполняешься Его благодатью. Я уже 28 год служу пастором. Я вообще не разочарован. Я так рад, потому что я ощущаю Его присутствие. И мы призваны с вами, драгоценные, в нашей стране, на этой земле, проповедовать Евангелие. Не Евангелие там историческое, там каких-то обрядов и ритуалов каких-то исторических, а Евангелие встречи человека и Бога благодаря единственному пути, который есть Иисус Христос. Этим путем мы идем во святое святых небес. И Бог с каждым из нас имеет свои отношения. И каждого благословляет, и каждого наполняет. Это и есть тот храм, который Бог желает построить. И не случайно на Руси раньше говорили, что Бог не в бревнах, а Бог, храм не в бревнах, а храм в чем? В ребрах. Мы живые камни этого духовного строения. Я так хочу, драгоценные, чтобы мы с вами были не очередной религиозной организацией в этом городе, а мы были вот как раз тем местом, где люди могут соединяться с Богом не потому, что это особое святое намоленное место, а потому, что здесь находится невидимый храм. Мы с вами. И в этом невидимом храме слава Божья приходит и наполняет сердца людей. Иначе все это никому не нужно вообще, если этого здесь нет. Поэтому, когда я смотрю на то, что сегодня происходит в мире, в обществе, в нашем городе, знаете, такая ревность приходит. Хочется продолжать служить и проповедовать Евангелие, потому что настоящий храм, невидимый храм – это то, в чем нуждается каждое сердце. Все это скажут. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за то, что, Бог, мы можем читать Твое Слово. Потому что Твое Слово, Иисус, это Дух и жизнь. И Твое Слово, Иисус, говорит, что настало время. Время, в которое мы сегодня живем, когда на всяком месте
где бы ни находились стопы наших ног, мы можем призывать Твое святое имя. Можем поднимать руки и тянуться к Тебе. Можем склоняться перед Тобой, искать Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Призывать Твое святое имя. И незримо строить этот храм. Храм нерукотворный. Храм, в который сходит Твоя слава. Я прошу Тебя, Господь, прямо сейчас касайся сердец людей. Особенно коснись тех, кто в последнее время стал жить только внешними вещами, пренебрегая духовной жизнью, пренебрегая своим сердцем. Когда мы отрываемся от сердца, мы становимся пустыми, и дом наш пуст. Когда мы отрываемся от духовной жизни, какие бы успехи во внешнем у нас бы ни были, это все тщетно и бесполезно, Господь. Самое главное – идти во святое святых своих сердец, где Ты ожидаешь нас. Я молю, мой Бог, чтобы мы были христианами, потому что имеем единение со Христом. Потому что Христос – это путь для нас, истина и жизнь. И мы идем этим путем во святое святых небес. Я молю Тебя, мой Бог, о реальных духовных переживаниях, о реальной благодати, о реальной духовной жизни, о реальном наполнении, Господь. Благослови, благослови, Господь, благослови, благослови. Потому что, когда мы понимаем, что такое настоящий храм, мы понимаем и дорогу, которая к нему ведет. Я молю, мой Бог, чтобы мы осознавали себя этим храмом и наше призвание, чтобы в этом храме возносились молитвы, чтобы в этом храме мы были открыты пред Тобой, чтобы в этом храме, Господь, мы наполнялись Твоей славой, возвеличивали Твое имя и были переполнены Твоей благодатью. Благослови, Господь, каждого на этом месте, потому что каждый человек здесь – живой камень этого невидимого духовного храма. Храма, который созидает не человек, а Ты, Господь. Храма, где жизнь Твоя наполняет все наши сферы. Я молю Тебя, Господь, чтобы наш храм был красивым, чтобы мы не портили его обидами, раздражением, завистью, ненавистью, злобой друг к другу, чтобы наш храм был настоящим, чтобы в нашем храме было Царство Божье, праведность, мир и радость в Духе Святом. Благослови, Господь,
Благослови, Господь, чтобы мы не вносили в этот храм идолов, не делали себе кумиров, не поклонялись никаким земным вещам. Но в этом храме вся слава да будет только Тебе, Господь, великому, безграничному, всемогущему, вездесущему, чудному, многомилостивому Богу. Да будет Тебе вся слава, вся честь, вся хвала, Господь, в этом живом храме. Я молю, мой Бог, чтобы каждый из нас заботился об этом храме, чтобы мы не превратили его в бизнес, не превратили это в карьеру, но чтобы он всегда оставался домом молитвы, домом единения человека и Господа. Благослови, Господь. Возьми руку ближнего. Господь, я молю Тебя. Благослови. Благослови нас. Соединяй нас, Господь, незримо, как единый храм, где у каждого свое предназначение, каждый исполняет свою функцию, каждый орган в этом теле работает в свою меру. И всем вместе мы соединяемся в дивный храм в Господе. И святое святых этого храма не особые помещения, а наши сердца, где мы можем слышать Твой голос, наполняться Твоими откровениями, получать Твои ответы, жить в Твоей благодати. Да будет Тебе вся слава, вся честь и вся хвала во веки веков. И каждый верующий да скажет аминь. Чтобы завершить тему с храмом, самая последняя книга Библии, Откровение, 21 глава, где апостол Иоанн пишет о будущем мире и говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидев святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот это цель Господа. Он желает, чтобы Он обитал с нами, мы были Его народом, и Сам Всемогущий Господь будет с нами. И смотрите, в этой же главе 22 стих. «Храма же я не видел». В этом небесном городе нет храма. Зачем он там нужен? «Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его, и Агнец». Вот. Здесь, конечно, на земле нам нужны какие-то молитвенные дома, здания, где собираться. Это все хорошо, но это не храм, потому что храм мы. И когда Иоанн был там на небесах, он не видел там никакого величественного строения. Да потому что настоящий храм там находится, а этот храм мы. Мы, живущие с Богом, и Бог, наполняющий нас. Поэтому там написано: «Ибо Господь – храм Его». И Агнец. Вот к какому храму мы должны стремиться. Когда ты это четко видишь, когда ты это четко понимаешь. Много религиозных всяких шаблонов у тебя падают, и приходит радость, приходит наполнение.
Слава Господу! Бог, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благодать. И мы молимся, чтобы Твой невидимый храм строился в нашем городе, чтобы как можно больше людей через покаяние приходили к Тебе, Господь, с возрожденными сердцами, наполненные новой жизнью. Поднимай храм, Господь, такой в нашем городе, чтобы еще тысячи и тысячи людей нашли спасение, нашли искупление и нашли оправдание, Господь, через Голгофскую жертву. Да будет Тебе, мой Бог, вся слава, вся честь и вся хвала. Отец, Сын и Святой Дух. И каждый верующий да скажет: Аминь.